Okay, let's just ask it that way. How to get into autonomy? Окей, ну, следующий вопрос, это вопрос очень такой значительный. Каким образом можно зайти на автономные дни? То есть человек, который сам спрашивает, то есть, допустим, правильно ли это будет стратегия, когда, допустим, я начинаю поститься, вот, просто увеличиваю время своего поста, время своего голодания, вот, и... Это как бы моя стратегия перехода на автономию. Ну, это мы говорим о физическом теле. Если мы будем основываться по переходу на автономию на физическое тело, то мы никогда не перейдем. Окей, это очень важно. So she says, the question of this person who is connecting this autonomy transitioning with fasting, it belongs to the realm of physical body. But if we deal with just with the physical body, and different processes in it, we will never be able to transition to autonomy.